сегодня в выпуске. Предприятие «Крыммолоко» закрывает часть мощностей. Сотни людей через 2 месяца окажутся без работы. Апелляция Лили Буджировой по иску против сотрудников ФСБ, нарушивших ее конституционное право на адвокатскую защиту, отклонена. Российские власти требуют от крымчан смены автомобильных номеров. Общественники призывают украинских чиновников обеспечить автомобилистов правом ездить на материк. Не понравился цвет. В Херсонесе заменили историческую плитку без согласования с ЮНЕСКО, утверждает экс-спикер оккупационного ЗАГС-собрания Чалый. Крупнейший производитель молочной продукции на полуострове ПАО «Крыммолоко» закрывают свою симферопольскую техническую площадку. По информации члена Меджлиса Искендера Бариева, сотрудникам предложили 2 варианта – либо увольнение, либо отпуск за свой счет. Руководитель завода «Крыммолоко» заявил в интервью оккупационному телеканалу «Первый Крымский», что работать предприятию осталось около 2 месяцев. Производство стало убыточным. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Сентябрь – это перекрытие границы, отсутствие сырья с Украиной. Ноябрь месяц, конец ноября – это блэкаут по электричеству, по отключениям. Ну и режим ЧС до сегодняшнего дня еще никто не отменял. При всей власти никогда не разрешали им закрывать. Это донецкие были, не разрешили им закрывать. Киевские были тоже. Да я возмущена. Как можно закрыть молокозавод, который работает на весь Крым? Мы производим отгрузку в Евпаторию, где, простите меня, летом мы полностью обеспечиваем все детские сады, все санатории. Закроют завод, куда мы завтра пойдем? Производства нет, производство вообще повсеместно закрывается. На сайте публичного акционерного общества в одном из разделов висит объявление: «На данный момент мы ищем поставщиков, готовы рассмотреть ваши предложения». А финансовая отчетность за прошедший 2015 год отсутствует. Состав акционерного общества «Крыммолоко» входят Симферопольский, Белогорский, Евпаторийский, Керченский молокозаводы, а также Раздольницкий маслозавод. По информации члена Меджлиса Искендера Бариева, из-за нерентабельности проблемы не только у Симферопольской площадки, но и у Евпаторийского и Раздольницкого заводов. Апелляция журналистки Лили Буджуровой по иску против сотрудников ФСБ отклонена так называемым Верховным судом Крыма. Напомним, замгендиректора продакшн-студии Кара Денис обжаловала действия ФСБ, нарушившие ее конституционное право на защиту и не допустившие адвоката в дом Буджуровой во время обыска 2 ноября 2015 года. Так называемый Верховный суд Крыма оставил в силе решение оккупационного киевского райсуда Симферополя. Тот отказал в иске на том основании, что, дескать, лично следователь, проводивший обыск, не запрещал адвокату присутствовать при следственных действиях. Суд основывался на том, что адвокат находился за пределами жилища, а следователь внутри, и принял аргументацию ФСБ, что раз не было личного запрета, значит и адвоката не было. Адвоката под дверями моего дома видели мои родственники, есть другие свидетели. Более того, велась видеозапись всего этого мероприятия, в кавычках, проводимого в моем доме. Но при этом и ФСБ, и уважаемый судья акцентируют внимание на то, что следователь, руководивший обыском, лично не запрещал адвокату. Напомним, адвокатом, который должен был присутствовать во время следственных действий в доме Буджурова, является Джемиль Темишев. Он один из немногих в Крыму защищает крымчан в делах против оккупационных властей и спецслужб. С помощью судебного иска к ФСБ он хочет добиться судебного трактования фактов, когда гражданам во время следственных действий не допускают адвокатов. А в данном случае имеет место нарушение конституционного права на защиту. Мы пройдем все стадии обжалования, и вот в рамках правового поля Российской Федерации я буду делать все для того, чтобы подобная порочная практика, по крайней мере у нас в Крыму, в отношении наших клиентов не существовала. Напомним, обыск в доме Лили Буджуровой прошел 2 ноября 2015 года в рамках уголовного дела против владельца телеканала АТР Линура Ислямова, которого оккупанты обвиняют в экстремизме из-за гражданской блокады Крыма. Украинские власти должны разработать изменения законодательства, чтобы обеспечить право крымчан, граждан Украины, на свободное передвижение на своих автомобилях из Крыма на материк. Об этом заявляет правозащитник Роман Мартыновский. Напомним, с 1 апреля это станет невозможным. В силу вступит постановление российского правительства номер 399, которое обязывает всех крымских автовладельцев обменять техпаспорта и автомобильные номера украинского образца на российские. Поскольку украинские власти не признают документы, выданные оккупантами, дорога на материк крымским автомобилистам будет
будет закрыта. Если мы закроем еще и эту возможность для них приїздити сюди і бачити на власні очі, що тут відбувається, то це буде дуже погано. Ми вважаємо, що Україна має це визнати, прийняти і дати можливість людям виїздити звідти і подорожувати територією України. Ситуацию с прекращением автомобильного сообщения с Крымом осложняет еще и транспортная блокада полуострова, которая действует больше года. Чтобы избежать полной изоляции, группа крымчан пытается оспорить требования российского правительства в Верховном суде Российской Федерации. Рассмотрение дела назначено на 17 февраля. Но полагаться только на него в российских реалиях эксперты не советуют. По их мнению, украинским властям следует разработать механизм, который позволит крымчанам сохранить связи с материком. Журналисты службы новостей «Волна» направили в Министерство внутренних дел Украины информационный запрос с просьбой сообщить, будут ли инициированы изменения в действующее законодательство в связи с требованиями российского правительства. Судя по ответу, который мы получили, этот вопрос на повестке дня не стоит. Чиновники просто перечисляют статьи действующего законодательства, регулирующие отношения с оккупированным Крымом. Роман Мартыновский уверен, что решить проблему с крымскими автомобилями несложно. Фактично, цей транспорт весь є зареєстрованим на території України. Так, він в'їжджає на територію України з іншими номерами. Але є можливість перевірити, насправді, що це за транспорт, чи він зареєстрований, чи ні. Це перше. І таким чином пропускати їх на територію України. Между тем, нынешняя ситуация вынуждает крымских автовладельцев искать выходы. Чтобы избежать необходимости менять документы на российские, предлагается перерегистрировать автомобили на материковой Украине. Но из-за особенностей российского законодательства это может обойтись владельцу недешево. К тому же повлечь проблемы в Крыму. Среди озвученных способов есть и незаконные. Просто менять российские номера на украинские, откручивая при каждом выезде и въезде в Крым. Делать это предлагается на нейтральной полосе. Его советуют, как правило, те люди, которые просто-напросто не были на этой нейтральной полосе. Нейтральные полосы между на Каланчаке, на контрольно-пропускном пункте Каланчак, там всего лишь несколько метров, десятков метров, да, и это видно будет прекрасно и с российской стороны, и с украинской стороны будет видно, как человек меняет эти самые номерные знаки. Поэтому, я думаю, такой номер не пройдет. Ни один из предложенных способов не позволит крымским автовладельцам обойти требования российского законодательства, утверждает журналист. На данный момент, по его словам, существует единственный законный способ, который позволит крымчанам после 1 апреля вывести свои автомобили на материковую Украину. Украинское законодательство позволяет, и украинские возможности позволяют любому человеку, даже который получил российские номерные знаки на свой украинский автомобиль, зарегистрированный в Крыму и имевший украинские номерные знаки, получить такие же документы, дубликат этих документов в украинских МРЭО. Но этот способ, он на самом деле он работает только для того, чтобы получить украинские номерные знаки, да, и вывести автомобиль из Крыма. Постоянно ездить по ним не получится. Необходимость изменения действующего украинского законодательства в таких условиях очевидно, отмечают общественники. Главное – добиться встречного движения от украинских властей. Эксперты также готовы разработать механизм, чтобы не закрывать украинским гражданам дорогу на родину. Историческую плитку в заповеднике Херсонес таврически заменили на современную без согласования с ЮНЕСКО. Об этом заявил экс-спикер оккупационного законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый в интервью радиостанции «Русская служба новостей». Чалый обвинил в этом оккупационного губернатора города Сергея Миняйло. Напомним, замену плитки произвели в июле 2015 года. Чалый утверждает, что сотрудники музея-заповедника предупреждали оккупационного губернатора о том, что плитка под охраной ЮНЕСКО и делать этого нельзя, а Миняйло попросту не понравился цвет плитки. Об этом Чалый рассказывает в интервью для радио. Это сарказм или ему правда не понравился? Не понравился, то есть он решил поменять на более новенькую, более красивенькую плитку. Подожди, что это за плитка? Давайте остановимся. Значит, вокруг... Дело в том, что храм Херсонесский, где по легенде построен на месте вокруг, значит, храма, в котором крестился по легенде Владимир, на самом деле построен на древнем городище. И под, значит, вокруг него площадка, и под этой площадкой расположены улицы, старые церкви, дома. И эта плитка, на ней была трассировка сделана, чтобы показать эти объекты, чтобы когда кто-нибудь начнет, не дай бог, что-то делать на этой территории, чтобы он знал, что здесь какая-то базилика находится какого-то века, и здесь нельзя копать. Вот она не понравилась этими непонятными знаками, ее решили сорвать и поменять на новенькую. Напомним, 29 декабря 2015 года Алексей Чалый сложил с себя полномочия главы оккупационного законодательного собрания Севастополя.
Чалый был одним из лидеров крымских сепаратистов во время событий «Русской весны» и стал известен как народный мэр Севастополя, его избирали на митинге. Он был первым номером в списке севастопольских единороссов и почти все время аннексии Крыма открыто конфликтует с нынешним оккупационным губернатором города Сергеем Миняйло. Чалый заявляет, что своей отставкой посчитал необходимым донести до избирателей истинное положение дел в городе. Еще летом 2015 года Алексей Чалый заявлял, что аннексированный Крым превратился для Кремля в черную дыру, в которой бесследно пропадают миллиарды рублей федерального центра.